Всем доброго времени суток. Получил очередную бандероль с Китая. Это детские ботинки. Ботинки или туфли. Значит, заказывал на сайте AliExpress. Это туфли, детские туфли. На сайте AliExpress заказывал. Доставка довольно-таки быстрая. Такие типа замшевые туфельки. Стоимость данных туфлей около $15. Ну, запаха как такового нет. Подошва резиновая. Это непонятно что. На замш не похоже. На натуральный замш. Ну, придет ребенок, померяем. В принципе, так пошиты неплохо. Как видите, нитки нигде не торчат. Следов клея также нет. Доставка очень быстрая. Доставляли, по-моему, почта Эстонии. Около 2 недель добирались они в Украину. В принципе, заказом доволен. Здесь вот только какая-то шов какой-то видно под углом. С этой стороны не видно, с этой немного заметен. Ну, в принципе, померяет. Посмотрим, как они. Здесь НР. Здесь не поймешь, что не той стороной приклеили лейбу, так называемую. Ну, в общем, вот такие вот туфли с сайта AliExpress. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.